أشهد أن لا إله إلا الله. Я этого действительно уже хотела. Это трогательно, это волнительно. Мы, конечно, долго думали. И у тебя внутри опять что-то горит. Прямо нырнула с головой во все это. Я уже ждала этого дня, когда будет пятница, когда я приму ислам. Я с этой познакомился с девочкой у меня в университете. Меня брат долго уговаривал так. Это единственный человек, который хотел узнать очень сильно много об исламе. Что вот, у меня есть девочка, которая интересуется исламом, и я бы хотел, чтобы ты познакомилась с ней. Она прочитала очень много книг. Много для себя вещей почерпнула правильных. Но мне было однозначно интересно читать, интересно узнавать. То есть у меня не было такого, что я начала читать, мне неинтересно, и я отбросила это. У нее это желание было. Суть религии, с которой пришел пророк Мухаммад, это то же самое, что проповедовал Иисус, Моисей и все остальные. Она хочет знать, она читает, она много книг прочитала. Есть такие люди, которым ты сразу чувствуешь тепло. Юля не будет менять веру. Не будет от кого-то отказываться в пользу кого-то. Она подтверждает любовь и веру в Иисуса приниманием Мухаммада, любовью к Мухаммаду. Ибо эта религия одна. Мы не так часто в последнее время общаемся. Какое-то время я была ей ближе, чем все ее остальные там родственники. Их это настораживало, они очень с опаской к этому относились. И когда она пришла к этому вопросу, уже будучи вот в сознании, мы, конечно, долго думали, как это все будет. Все вы попадете в рай, кроме тех, которые откажутся. Спросились подвижники пророка, а кто может от рая отказаться? Пророк Мухаммад ответил, кто последовал за мной, тот попадет в рай, а кто ослушается меня, тот отказался. Но когда почитала я немножко об мусульманстве, то я поняла, что практически разница между теми догмами, которые происходят в православии и в мусульманстве, разницы никакой. Юля решила сегодня начать этот путь, продолжая, в принципе, то, с чем ее вырастили, воспитывали ее родители. Как относится моя мама к этому? Когда я ей написала, что я хочу в пятницу принять ислам, она постаралась изо всех сил попробовать приехать из-за границы, она сейчас в командировке, но она не успела. Вчера она мне позвонила и сказала, что не расстраивайся, что нас не будет, но мы будем мысленно с тобой. У нее отключен телефон. Я же говорю, они сейчас за границей. В исламе она всего лишь нашла то и те ценности, с которыми ее воспитывали ее родители. Наша религия была православная. В семье происходили какие-то торжества. Раньше была совсем не такая, не похожа на себя. Около года назад в моем окружении появились мусульмане, и я стала узнавать об исламе благодаря им. И такое ощущение было, что мы знакомы очень давно. Она меня понимала с полуслова. Мы об этом говорили, там, как она будет принимать ислам, как она хочет принять ислам. Долго обдумывая все, я пришла к решению, что я готова принять ислам. Этот день, этот пятничный день, который и так является праздником для мусульман, еще более радостным праздником делает нам такой подарок, а именно принятие ислама. Это двойной шок, потому что для мусульманина каждая пятница – это праздник. Радостная весть для вас. Пророк Мухаммад говорит, в тот момент, когда человек ислам принимает, Всевышний Аллах отпускает все его грехи. Скажите, ашхаду, алла, иляха, илляллах, ва ашхаду, анна, мухаммадан, абдуху, ва расулу. Сегодня я переживала вместе с ней.
много плачу, это, ну, трогательно. Ну, мама говорит, приняла ислам. Такой, кто? Юля, в смысле? Скажите, я свидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник. Аллаху акбар. Действительно, она тот человек, который принял ислам вот от души, сердцем приняла ислам. Это ее решение. Я просто очень рад, что она приняла ислам. Я думала, как это все пройдет, как отнесутся к этому ее родственники, так как мы тоже приложили очень много усилий, чтобы и они поняли и приняли. Я думаю, что все будет нормально. И, альхамдулилля, нет никаких проблем с родственниками уже. Как видите, они сегодня были, они рады, тоже плакали, поздравляли друг друга. Я думаю, все мусульмане завидовали сегодня ей, так как уже сказал Тарик, человек, который принимает ислам, он будто родился заново. Я показывал ислам со стороны себя. Исмаил для меня является человеком, который в первую очередь открыл для меня эту религию. Благодаря ему я пришла к решению сегодняшнему и приняла ислам. И когда ты слышишь такую новость, у тебя просто... Вот не зря говорили, что если человек принимает из-за тебя ислам или с помощью тебя, ты больше радуешься, чем просто принятие ислама любого человека. Он мне не раз повторял одни слова, что ты должна быть уверена в том, что это действительно твое решение. Я надеюсь, что она будет только получать вознаграждение от Аллаха в исламе. Аллах, я очень рад. Все, что я могу сказать. Она рада, и мне хорошо. Цветы, подаренные ей, это подарил, потому что, иншаллах, я в скором времени... Эта камера снимет мою свадьбу. Однако все изменилось после того, как девушка поступила в университет, где вместе с ней учились мусульмане, но и обрела новую семью. Ее супругом стал брат Самар, Исмаил. Она без труда смогла найти общий язык со всеми членами большой семьи Альба. Илья Версайдахметов, Евгений Пахальчук, Али Мареи, канал Алиф, Украина.